тебя тоже знаем. Ты парашник. Ты реально надоела тоже. Все, кстати, это как по стране ищут парашника, по ходу дела мы его нашли. Его ищут по России, а мы нашли его в Питере. Мы в 35-й группе полиции звонили, писали участкового. Мы вот все расписали. Но, к сожалению, участкового приехал на другие заявки. У вас участковому полезно. Конечно. Да. Кому? Ко всем. Стоп. Вот мужчина. Конфликт. Вот, меня снимают. Конфликт. Не имею права. Нет, смотрите, у вас конфликт из-за того. Я частное лицо. Давайте в рамках закона Российской Федерации действуем. Здесь никогда. Не надо условий ставить. В смысле, не надо условий ставить? Когда я знакомлюсь. А я мне дам паспортные данные свои. Я хочу посмотреть, кто вы. Смотрите на меня, вот он я. Я человек. В общем, пьяного матершинника будете в отдел доставлять, нет? Да, да. Сейчас я позвоню. Давайте пьяного матершинника в отдел. Что у вас, беда? Да, беда у меня. Какая? Что в стране мусора прикормленные и крышующие есть, понимаешь? Это кто такие? Это такие. Загугли в интернете, посмотришь, понял? Я не знаю, о ком вы говорите. Сейчас разговариваю. Я начинаю. Вы подошли ко мне, я с заявителем разговариваю. Вы каким заявителем? Вот с ним. Иди уже. А вы начинаете в разговор влезать. Только что матернулся. Я не знаю, с кем разговариваю. Я разговариваю с ним. Да вы должны быть у вас... Вы должны все слышать. Человек и говорит, я клоун. Человек только что матернулся в камеру. Я еще раз повторяю, я с ним специально вышел на улицу, чтобы не было конфликта. Если ты, мужик, повтори сейчас еще раз то, что ты сейчас сказал. Не надо. Ну, помолчи, все, успокойтесь. Мужик, зачем? Мужик, повтори еще раз. Я мужик. Я вас прошу. Повтори. Можно сделать шаг назад? Значит, не мужик. Сделайте шаг назад, пожалуйста. Не провоцируй. Значит, не мужик. Не провоцируй. Значит, не мужик. А для чего вы его провоцируете? Для того, чтобы зафиксировать. То, что вы не слышите. Понятно? Я специально вышел с ним. То, что вы не слышите. Я вам сейчас только что сказал устное заявление. Заявление о том, что человек матернулся в общественном месте. Я провоцирую? Пошел он вообще домой, чтобы его не провоцировать. Вот и пускай идет. Но матом в общественном месте вы должны пресекать. Со мной разговаривает. Он мне только что сказал, иди на. Подбегает вот этот мужчина и говорит, я плохо. А вы бездействуете. Нет, он подбегает. А вы бездействуете. Я пришел. Вы бездействуете. Я пришел взять. Для чего он подошел? Вы бездействуете. Я приехал сюда как минимум. Да вы уже давно. Что вы заладили, что вы приехали? Но вы будете пресекать административное правонарушение этого гражданина. Он на вас пишет. Вы пишите на него заявление. Пошел он, знаете куда? Пиши. Туда, где не светит солнце. Я не знаю, где. Может быть, он узнает. Он знает лучше, где это. Есть претензия к нему конкретно. Я вам дам лист бумаги. Он мне нужен? Я вас спрашиваю конкретно. Мне этот парашник даром не нужен. Да? Алкашный. Да, либо нет. Либо нет. Мне этот парашник не нужен. Ответ нет, правильно? Мне он не нужен совершенно. А зачем вы сюда побежали? Зачем вы конфликт продолжаете? Для чего? Я? Этот человек матерится в общественном месте. Вы сейчас не собираетесь пресекать административное правонарушение. У меня это зафиксировано на камеру. Вы будете писать заявление? Вы должны пресечь административное правонарушение. Он не матерится больше. Да? Да. Больше. Он сейчас не будет. Негодяй извинился, да? Честь невесты восстановлена. Пускай извинится на камеру. Ура! Он не матерится. Пускай извинится на камеру. Он не должен. Что он извиняется? За то, что он послал меня на... Я не знаю, он извиняется или нет. Я не могу от него говорить. Пускай на камеру. Я кино снимаю. Это не вам решать, что мы здесь снимаем. Понятно, сотрудник полиции? Может, он еще присядет здесь. Это его дело. Пускай присядет. Хоть на бутылку пускай садится. Хоть на бутылку пускай садится, это его дело будет личное. Это вот именно что дело. Какой он кайф будет испытывать вот от этой бутылки? Его, вот именно. Что вы с бутылкой заладили? Это дело лично его. Вы выбежали сюда для чего-то, я не понимаю. Я с человеком пришел поговорить, он хочет написать заявление. Выбежал вот человек, говорит, а я клоун. Я говорю, послушайте, может вам вызвать врача? У вас кто-то, может, со здоровьем. А может, вот этому мужчине надо вызвать врача? Он говорит, а я плохо. Давайте вызовем вот этому мужчине врача. Почему здесь все это вообще? А почему сразу вот этот мужчина? Может, тому мужчине нужен врач, а? Ноги трясутся. И что дальше? А он целиком трясется. У меня моя задача задать вопрос, нужна помощь или нет. Ему не нужна никакая помощь. Он ко мне подбежал, говорит, я плохо. Он ко мне подбегал?
Вот это я могу этого точно сказать. Он к вам подошел, хотя он шел за вами. Разница большая. Я разговариваю с девушкой и с заявителем, который вызвал меня сюда. Разница большая, сержант. Он вообще-то начал говорить, мусора. И что? Ну, как это? Я говорю, кто это? Вы оскорбились? Я нет. Ну и он все. Говорит, кто это такие? Да, там посмотреть. Для чего? Вот это, для чего мне это говорить? Подбегает и начинает перебивать наш разговор. Я выясняю. Для того, чтобы причину зафиксировать все. Фиксировать. Для того, чтобы не было коррупционной что составляющей. Что он ко мне подходит, говорит, я клоун? Там про себя? Возможно, он на себя сказал. Это а его личное дело, что знать? Он. Я спрашиваю. Он озвучил мысли вслух. Для чего, если я разговариваю с заявителем? А вы могли не обращать на это внимания. Сейчас подойдет, что кто-нибудь скажет. Ну все. Ну я разговариваю. Не обращайте внимания. Я разговариваю. Не обращайте разбираюсь внимания. Если вы хотите что-то от него, все, он что-то от вас, надо разбираться. А не вот это подбегать. До конца. Я клоун. Он я не клоун подбежал. Ну какая разница? Разница большая. Люди. Товарищ полицейский, разница большая. Подбежать и подойти. Уже играет, какое человеческое качество? У вас вообще никакого человеческого качества нет. Это смысла нет. Что мне еще майору брать от своей тележки? А мне кажется, что вы хамски относитесь к гражданам и превышаете должностные полномочия. Майор врет в наглую прям, что товар был описан уже. Кто вас научил врать-то гражданам, а? Товарищ полицейский, вас в школе МВД, что ли, учат такому? Или вы сами научились этому? А вы предупредили о фото-видеосъемке? Товарищ майор, да он глухой, товарищ майор, видимо. Еще одна будет жалоба. Комментарии почитаете про себя в интернете. А я вам запрещаю в интернете что-либо выкидывать. Что вы там запрещаете, мне неинтересно. Лицо, я выложу это. Выложу. И вы мне ничего не сделаете. Поэтому посмотрим. Поскольку вы при исполнении сейчас находитесь, а не гражданское лицо. Все услышали? Не орите на меня. А я не ору. Голос не повышайте. А что мне еще делать? Да, что вы говорите-то? Не разрешаете. Может, еще на колени встать перед вами тут, а? Чтоб вы мне разрешили? Разрешаю. Что вы мне разрешаете? На колени, что ли, встать? Это вы предложили, не я. Я вас спросил, а не предложил. Если вы глухой, лучше уши прочистите. Что вы хотели сказать? Да он, да, надо чистить руку и выкручивать. А там кто рыжий какой-то? Вот, он. Пойдем. А, нет, тот заявление, которое пишет, вы одели. Нет, тут говорил рыжий. Вот. Пойдем с нами, пожалуйста. На основании. На основании поступившего у нас заявления. Знакомьтесь с заявлением. Проходите. В отделе полиции. В отделе полиции. Нет, прямо здесь. Прямо здесь. Вы слышите меня, мужчина? Знакомьте меня с заявлением. В отделе полиции. С заявлением ознакомьте. Смотрите, я вам объясню. Смотрю. Мои сейчас действия официально законные. Так. Если вы откажетесь выполнять мои действия, мои законные требования к вам, я имею право применить к вам физическую силу и специальные средства. Правильно? Если вы знакомы с законом, хорошо. Поэтому я вас прошу на законных основаниях пройти с моей машины. Мы дойдем до 35-го отдела полиции, и вы ознакомитесь там с заявлением. Проходите. Не хочу никуда проходить. Вы отказываетесь? Я не отказываюсь. Ознакомьте меня с заявлением. Я вам объясню. Я не верю вам. Вы там, если что, можете написать на меня. Вы можете наши действия обжаловать. Вы можете действия знать. Я не верю вам. Ознакомьте меня с заявлением. Я вам еще раз повторяю, в отделе полиции. Вы отказываетесь пройти со мной? Я не отказываюсь. Проходите. Я не попугаю. Я повторю два раза, чтобы вы понимаете мои слова. Я понимаю. Вы совершенно логически отдаете своим отчет своим действиям. Совершенно. Все, у меня ведется видеозапись, у вас ведется. А вы предупредили меня об этой видеозаписи? Да. Когда? А зачем? А мне не надо предупреждать. Ну, обязаны. Нет. Да. Нет. Почитайте закон, или вы безграмотны? Нет, тоже. Я не обязан. У меня дозор. Вы безграмотны. Нет, у меня дозор. Это вы безграмотны. У меня дозор говорит, да. У меня дозор сказал, что видеозапись началась. Где? Вы не слышали? Я видеокамеру не можете просмотреть. Нет. Там это услышали. Я этого не слышал. Видеокамера тоже не слышала. Я еще говорю, вы можете обжаловать мои действия. Я вам повторяю, я повторять не буду. Проходите, пожалуйста, посмотрите на этот транспорт. Если не вы откажетесь, помните, здесь. Я не отказываюсь. Понимаю. Проходите. Заявлением ознакомьте. Я вам повторяю, в отделе полиции. Вас там всем ознакомят. Проходите, пожалуйста. Я уже устал. Давайте. Проедем. Заставить в отдел. Все, вот из-за этого майора. Не могу писать. Ну, в чем трудно? Расследуйте снаряды. Я сам решу, что мне делать. Понятно? Не указывайте мне. У меня голос не надо повышать. Мужчина, может, мне еще на колени перед тобой встать, а? Тобой? Да. Вы мне тыкаете. Мы с вами если на если бы я уже тыкнул, вы почувствовали бы. Вы мне тыкаете? Если бы я тыкнул, вы почувствовали, проходите, что что-то прикоснулось к вам. Проходите, пожалуйста. Ознакомьтесь с заявлением. Я сказал, в отделе полиции. Не трогайте пойдемте, меня. Пожалуйста. Я имею право вам применить физическую силу. Отказывайтесь, пойдемте. У меня тут вещи отшиты. Вещи мои. Все, пойдем. Опа. Потом, коллеги, сразу.
Все, я пошел. Не знаю. Но они, короче, меня сейчас пытаются задержать, в камеру садят. Нет, в камеру садят. В камеру садят. Нет. Убрить. Жать вас в комнату. Да, сейчас здесь. У вас документы удостоверяющие вещи есть? А вы мне документы дали взять? Я дали вещи. Потом вещи. А где у меня вещи? Я не знаю, где у вас вещи. Вот и все. Фамилию вашу, будьте добры. Переписывай. Чего? Фамилию, будьте добры вашу. Переписывай. Переписывайте. Да. Да? Обязан? Вы не тряситесь, поспокойно. Нервы, да? Нервные клетки не восстанавливаются. Да. Спокойно. Я разберусь сам. Да нет, я вас просто о здоровье вашем беспокоюсь. Вы о своем позаботитесь. У меня все в порядке. Моим здоровьем я не нервничаю. Моим здоровьем не надо заботиться. Борисенко Семен Алексеевич. Так, представьтесь, пожалуйста. Сотрудник СМИ, Роздер Жалов, Яковлев Кирилл Викторович. Помните год рождения вообще? Будьте добры, все вещи при вас имеются, какие-нибудь предметы и вещества, запрещенные гражданскому обороту. Чем мне есть акцион ловить? Ломайте, я ничего не ломаю, я предъявляю вам требования. На стол. Положите на стол, я изымаю у вас это. Я хочу положить на стол. Я у вас изымаю это. Я хочу положить на стол. Мне нужно описать. Я хочу положить на положите стол. Положите на стол. Что это такое? Подумайте сами, что это. Выключите ее. Что ты будешь мне? Не ты, а вы. Рот закрой свой. Сами закройте свой рот. Пресса у него. А что вам не нравится в прессе? Нам не нравится, как вы себя ведете. А мне не нравится, как вы себя ведете. Уезжайте, значит, в Россию. Че, Кирилл, расскажи, что происходит. Ну и что тебя, по какой статье? А, значит, сутки, да, дадут, скорее всего. А, понял. Ну ладно, жду тебя. В общем, в прямом эфире передавай привет всем. Че, неужели штрафом отделался? Мусор один уезжает. Мусор один уехал. Неужели штраф ему? Или сейчас подгонят машину к заднему двору. Да неужели чудеса все-таки случаются, а? Ребят, мусор один уехал. Ну что, Кирюха, штраф? Нет. А что? А, короче, вынесли постановление уже. Ну? В общем, отправили документы на доработку. Ага. Прописка у них неверна. Забрали. А, обязательство о явке, да? И другой суд нет, будет? Короче, а что? В общем, документы, скорее всего, заседание, наверное, заменется, потому что у них нет моих документов, ну, паспортных данных у них, по сути дела, моих нет. Прописки моей тоже нет. Понятно. Это прописки, которые они мне сейчас занесли ее сюда по протоколу, да? Ага. А я уже года, наверное, 4-5, как уже не проживаю там, я выписал. Отбился. Отбился, крутой парень, ребята. Подписывайтесь на канал Валька. Яковлев Лайф тоже.